Утренние олени. Все, побежали. Это видео из Веретьево. И на этот раз экскурсия для милых дам. Заводи. Ключей там нету. Вон там вон бобровая плотина. Если получится, можем до нее дойти. Не, она за мостом. Не, я не буду. Наташа, много пропускаешь. Она не хочет оставлять следы это своего присутствия у этого трактора. Очень жаль. Ну все. Класс вообще. Гоу. Куча впечатлений. Ну а у тебя? Что? Куча впечатлений тоже. Вообще изумительно. Мне вообще огонь. Раз самосвал что-то свалил. Да. Наоборот, ты видишь, как ты знали. Ну, домик, да. Вот этот домик? Да, первый. Ну, это... Вон там должны быть олени. Но тут раз... Охотничий домик, да? Да, да, где сидят и это... Трактор. Вроде все всем довольны. Так, что? Да. Ну сейчас пойдем там посидим. Тихо, тихо, стойте. Стойте, вся стая собирается. Не топайте, ничего. Сейчас хоть посмотрите, какая большая. На мурашки не хотела. Это мужчина, да? Да. Ой, 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 ой. Да ничего страшного. Боевые олени. Да нет, не должны. Тихо, а вот это да, аккуратнее, это, блин, два боевых. Да, видишь, они с рогами, со здоровыми. Нет, те, которые боевые, они смотрят обычно, а стая ест. Олени на нас смотрят, мы на них. А это вон еще одна стая у домика. Если видно, конечно. Да сейчас мы пройдем, не переживайте. Да не надо, не суетитесь. Сейчас мы, как обычно, пойдем. Ну что, пойдем? Да не бойся.
Вон один у домика стоит, видишь, ходит рогатый. Это другая стая. Это и рог один, я обещал маленький вести. Килограмм рога стоит еще рогатый. А здесь, кстати, их, говорят, много валяется. Смотри, вон там эти опять встали, да? Не, они сейчас убегут. Да? Главное, чтобы они... Не, смотри, что делают. Главное, чтобы они не к нам бежали. Нет, шокер от них не поможет. И ножик не поможет. Один смелый. Я боюсь. Вот они сейчас в эти деревья спрячутся. Ну пошли в домик, там посидим. Может, они вернутся. Вон тот самый либо глупый, либо пофигист. Ну, это пофигист. Голод не тетка, живет по принципу. О, бедняга, испугался. Тихо, собака лает, или мне показалось? Идут. Собак здесь никогда не было. Интересно, кто там с собакой ходит? Отсюда снимать. Да. Они на меня, наверное, смотрят. Из-за этого угла у тебя получится слева. Тихо, тихо.
тихо, дайте им сейчас это, не шумите пока. Сейчас они к кормушке все подойдут. Слух какой, у них вообще слух идеальный. Поэтому тише. Нормально, да? Смешные, когда они едят. Надо самому на их фоне запечатлиться. Круто, да? Круто, говорю. Так, они уже вроде к нам. Тише идти. Я тебе говорю, они не там где-то были. Во, этот возвращается. Где? Кричит кто-то.
хрен знает. Да нет тут медведей. Я ничего не слышу, если честно. Вон она. Хочу сказать, эти девчонки самые везучие. Это единственные люди, кому удалось вот так, чтобы мы пришли, и олени от них не убегали. Что вот так вот стояли у домика, и они спокойно нафоткались, наснимали их, и уж убежали совсем, когда мы близко к ним стали подходить. Всех перепугала. Офигел, блин, вообще-то не надо, я не в себя. Да. Сейчас я тебе покажу. Ну, хотите, сходите. Там диван немножко другой. Ну, посмотрите. Я на нем как-то спал. Вон соль оленем, видите куб? На пеньке, вон куб на пеньке, это соль для оленей. Сейчас. Вон, Надя побежала за оленями. Сейчас мы увидим, что из этого получится. Обычно в реальной жизни должно быть по-другому, да? Вот они бы так сейчас и стартанули за этой стаей Дорехова. А там, наверное, какая-нибудь новая вырубка. Я ж тут не все леса изучал. Так, походу мы нашли мертвого оленя. Олененок на. Кто-то его того. Это жопа, да? Да хер его знает. Задница вот эта. Вот голова. Жесть, конечно. Жуткое зрелище. Вот. Ой, хватит. Давно уже лежит, да? Да давно, давно. Остались от козлика рожки до ножки. Да даже рожек нет. Да. Кстати, могли вполне какие-то козлы спилить. Хрен знает, я не эксперт по оленям. Жуть, конечно. Вот за все время, что я был, первый раз я мертвого тут оленя вижу.
Ладно. Да кто его знает? Не, ну жуткое зрелище. Так они не смотрят. Он же только вытаил, наверное. Да, может, его случайно на рога одели.